Привет, мы рады видеть вас на нашей площадке. Друзья, сегодня у нас в гостях человек, который близок к нам по духу. Внимание на экран. Эта фотография облетела почти все федеральные и мировые СМИ. На ней якутский спасатель со спасенной 4-летней девочкой, которая 12 дней блуждала в тайге и чудом осталась жива. За ее поисками, затаив дыхание, следила вся Якутия. Более 100 человек из числа спасателей, полицейских и волонтеров ежедневно прочесывали лес. И девочка нашлась, живая и невредимая. Воды, воды, воды! Воды, воды! Сейчас принесу воды! Она лежала в зарослях камышей и смотрела на своих спасателей своими огромными глазами. Потом этот трогательный момент был запечатлен в документальном фильме о поисках девочки. Была написана книга и установлен памятник. Так уж случилось, что эти два человека на фотографии стали для якутян своеобразными символами. Выжившая в тайге Карина Чикитова – символ стойкости и силы воли, а Афанасий Николаев – символ мужественного и надежного спасателя. Ведь они – люди, не обманувшие наших надежд. Со дня их встречи жизнь наших героев кардинально изменилась. Карина Чикитова благодаря неравнодушным людям учится в Якутском хореографическом училище. Здесь она окружена вниманием и заботой, постигает науки и азы балетного искусства. Все ее дни заполнены полезными делами. Маленькая девочка не подозревает, каким значимым человеком стала для нас и живет своими детскими радостями и огорчениями. Другой герой, Афанасий Николаев, сменил профессию тележурналиста на работу спасателя. Теперь присущая ему тяга к спасению людей и обостренное чувство долга – главные составляющие его повседневной работы. Как бывшие коллеги, мы хорошо знаем, что он как будто притягивает к себе экстремальные и чрезвычайные ситуации. Этим летом Афанасий с журналистами записывал интервью на берегу речки. Вдруг со стороны купающихся донеслись призывы о помощи. Отца с сыном закрутило в водовороте. Николаев, не задумываясь, бросился спасать их. Все закончилось благополучно, утопавших вытащили на берег. Но Афанасий не считает это подвигом. Для него это норма. Он так воспитан, ведь у него есть примеры для подражания. Дед и отец, для которых чувство долга превыше всего. Интересно, как Афанасий воспитает своего сына? Будет ли в будущем востребовано чувство долга? Обесценятся ли вечные ценности? Друзья, сегодня нам предстоит поближе познакомиться с человеком, который считает, что в жизни все держится на чувстве долга. Но тем не менее, все меняется. Ничего вечного нет. Ценности меняются. Потому предлагаю разделиться на две группы – оптимистов и пессимистов. Оптимисты – это те, кто будет поддерживать нашего героя, защищать его точку зрения. Их предводителем буду я. Пессимисты подвергают сомнения мнения оптимистов. Я буду их поддерживать. И при всем этом каждая из сторон обязана аргументировать свою точку зрения, отстаивать ее и пытаться убедить противников в своей правоте. В конце программы любой участник может поменять свою точку зрения и перейти в другую группу. Прошу каждого определиться и занять место в выбранной зоне. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Якутский спасатель. Символ мужества и надежности. Афанасий Николаев. Афанасий, здравствуй. Здравствуйте. Сегодня в нашей студии собралась передовая часть молодежи. Это те, которые, на которых возлагается надежда. Среди них есть и участники Всемирного фестиваля молодежи и Всероссийского слета стройотрядов, представители других регионов. Афанасий, расскажите о себе. Вам дается минута. Почему профессия спасателя является вашим призванием? До того, как стать спасателем, я долгое время работал здесь, на НВК Саха, в новостях, в дирекции телевидения. Но тема чрезвычайных ситуаций, тема криминала, вот чего-то такого на грани, не знаю, жизни и смерти всегда меня привлекало. Вот за годы работы сблизился, зауважал тех людей, которые всегда вот находятся на переднем краю. В конце концов, через пресс-службу службы спасения Якутии я перешел именно в число тех, кто непосредственно работает. Ни разу не пожалел, что
перешел в службу спасения Кит. Хорошо, спасибо. Сейчас давайте перейдем к блиц-опросу. И первый вопрос. Какой подвиг вы мечтали совершить в детстве? И сбылась ли ваша мечта? Я хотел стать космонавтом. Да, и... ну, либо летчиком. Ну. Сейчас, условно говоря, мечта сбылась, потому что я частенько летаю на вертолете, хоть и пассажиров. Но как такового подвига совершить... Ну, наверное, любой мальчишка мечтает о подвиге. Люди должны стремиться к чему-то такому хорошему. Только что вы увидели кадры с Кариной Чекитовой. Что вы испытали? Очень приятно, тепло на душе становится, потому как действительно удивительная история. И так получилось, что спасатели вызвали через 4 дня после того, как ребенок пропал. А это, как правило, скажем, ни к чему хорошему не приводит. 4 дня для 4-летнего ребенка – это уже... Ну, прогнозы, скажем, были, исходя из опыта работы, не самые благополучные. Неделю искали, и когда вернулась собака, она вернулась в четверг, мы подумали, что уже все. И в тот момент, когда нашли ребенка, поднялись крики, и я подумал, что волонтеры наткнулись на медведя. Крикнул, что случилось, а у нас была такая линия, спасатель, 10 волонтеров, спасатель, 10 волонтеров. И волонтеры справа от меня начали кричать. Я думаю, что случилось? Неужели на медведя вышли? Потом кричат, нашли, нашли. Я говорю, ничего не трогайте. Сейчас придут следователи, криминалисты, все сфотографируют, только потом. Потом кричат, жива. Думаю, как жива? Послышалось, что ли? Потом снова кричат, жива. И вот я, сломя голову, побежал к месту и оказалась действительно жива. Ну, как знают многие, вы с главным спасателем республики получили престижную премию Русского географического общества за уникальную экспедицию. Хотелось бы узнать, что вам дал этот проект и зачем вообще стоило его организовывать? Ну, действительно, это было приключение всей жизни. Просто удивительный, наверное, самый удивительный месяц в моей жизни, когда мы от Тихого океана до Ледовитого шли 2800 километров, больше 2800 километров. И это было, ну, это было и испытание, и команда у нас была абсолютно изумительная. Это заслуга всей нашей команды. Это, ну, и Якутии. Если бы в Якутии не было такого замечательного места, как точка бифуркации рек, как Ионическая, я думаю, и приза бы не было. В какой момент вы остро ощутили ценность жизни? И было ли такое, что мысленно прощались со всем? Ценность жизни понимаешь, наверное, глядя на смерть. Когда видишь человеческое горе, когда видишь, не дай бог, родителей, потерявших ребенка, вот тогда ты осознаешь, что вот действительно произошло непоправимое, и понимаешь цену жизни. А всегда ли чувство долга уместно? Психологи советуют избавляться от него. Человек... не должен рисковать жизнью. Нам, чтобы мы не рисковали жизнью, нам чувство самосохранения дано. Но, тем не менее, нет больше любви, чем живота своего, не пожалеть за ближние свои, как сказано в Писании. Так что я считаю, что чувство долга должно быть, безусловно. Но в то же время тут такой вопрос двоякий, конечно. Нельзя рисковать жизнью без шанса на спасение. А что главнее в становлении личности, гены или воспитание? Вы такой, потому что у вас гены деда и отца, или все-таки в силу воспитания? Нет, конечно, безусловно, воспитание. У плохих родителей бывают замечательные дети, у замечательных родителей бывают, рождаются тираны. Только воспитание. А как, по-вашему, есть ли идеология молодежной политики? Какая идея могла бы сплотить российскую молодежь? Молодежь в масштабе страны – это как ребенок в масштабе семьи, я считаю. А как воспитать ребенка, как не личным примером? И если пить и курить, и при этом говорить, декларировать, что это плохо? Итак, перед вами те, кто сегодня попытается узнать вас поближе. Это студенты и активисты молодежных организаций. Справа от вас расположились оптимисты. Я рад, что их больше. Они разделяют вашу точку зрения и ваши взгляды. Слева от вас расположились пессимисты. Они подвергают сомнениям ваши убеждения.
Замечательно. Так, хорошо. Друзья, скажите, почему вы оказались в той или иной группе? Чем обусловлен ваш выбор? Давайте начнем с вас. Ну, почему я разделяю вашу точку зрения? Потому что я тоже так же всех агитировала за то, чтобы на собственном примере как бы показывали, кем нужно быть. Наша страна, она должна продвигаться и должна правильно смотреть на кого-то. И на кого смотреть, как не на героев. И поэтому я лично Афанасьем Николаевым восхищаюсь в данный момент, и поэтому я поддерживаю его сторону. Пессимисты. Девушка. Я хотела бы подвергнуть сомнению эту точку зрения, вашу точку зрения, потому что молодежь по сравнению с молодежью 10 или 20 лет назад сильно изменилась, и тенденция идет к ухудшению. Поэтому я придерживаюсь своей точки зрения, где я сейчас нахожусь. Хорошо. Оптимисты? Я выбираю сторону оптимиста, потому что, смотря на него, можно брать пример и показывать детям, и рассказывать, и на этих рассказах воспитывать нашу молодежь. Пессимисты? Я не совсем поддерживаю эту точку зрения, потому что, да, естественно, я не ставлю под сомнение нравственность этого поступка, но в современных условиях надо четко взвешивать, для кого этот пример может быть положительный, для кого он может быть не совсем положительный, потому что несет потенциальную опасность. И правильное преподнесение данного примера, скажем так, в жизни, оно должно быть. Поэтому, я считаю, надо относиться осторожно к этому, но особенно к пропаганде подобных поступков среди молодых, неопытных и, может быть, еще не выросших там молодых людей. Начнем. Задавайте Афанасию свои вопросы. Вопрос у меня по этой истории с девочкой больше. Mm-hmm. Смотря видеоролик, я понял для себя то, что как бы вы ее нашли, да, вы ее спасли. Из вашего рассказа прозвучало такое слово, то, что ее нашли волонтеры. Все-таки как это происходило и кто нашел? Почему награждение? Да, мне тоже вот все говорят, вот ты спас только из-за этой фотографии. На самом деле, я вынес ребенка, да, мы ее эвакуировали оттуда. Но фактически это была работа огромной команды. То есть у нас там были сотрудники полиции, ребята из ОМОН, ребята из уголовного розыска. Были мы спасатели, были волонтеры. Пример работы в команде, не пример подвига отдельно взятого человека, а именно качественная, планомерная работа в команде. Мы прочесали тысячи квадратных километров к тому времени, считай, за неделю работы. Летали беспилотники, работали кинологи на вездеходах, на мотоциклах, пешком. Каждый день у нас и волонтеры, и спасатели наматывали по нескольку десятков километров. И итогом именно работы большой команды и стало спасение Карины. Поэтому мне на самом деле не очень нравится, когда говорят, что вот ты спас или там волонтер спас. А именно это была работа всех. У меня такой вопрос по профессии. Вы, как уже вот сказали, вы являлись журналистом. Угу. И сейчас перешли на другую работу, да? Да. И вот о профессии что можете сказать? По профессии журналиста и спасателя. Профессия спасателя – лучшая работа в мире, наверное. Потому что, безусловно, ты видишь полезность своей работы. Потому что, будь ты хоть самым замечательным журналистом, ты все-таки наблюдатель. И лично делаешь достаточно мало. Конечно, можно сделать социальный сюжет замечательный, и там кому-нибудь там вот поменяют крышу, или еще что-то, но это так отложенная польза идет, скажем. А в профессии спасателя ты, она такая, как черная и белая, что ли. Ты либо помог человеку, либо нет. И я считаю, что ничего лучше, чем помогать людям, на свете нет. Пессимисты? У молодежи не хватает мотивации, желания что-либо делать, например, в такой сфере, как в которой вы работаете. И эта проблема сейчас набирает обороты, и также сталкиваемся мы с проблемой обесценивания ценностей.
Вы как пример для всех нас, тут находящихся, что можете сказать по поводу, как решить эту проблему? Молодежи декларируются, скажем. Ценности немного другие, чем, может, даже моему поколению, поколению чуть старше моего, не говоря уже о детях советского периода, когда была пионерия и комсомол. Сейчас все-таки культура в целом становится более эгоцентрической. То есть народ не думает об обществе, не думает даже о ближних. А все-таки тут идет, скажем, упор на личный успех человека. И причем мерилом этого успеха, как правило, являются деньги. То есть герой-орденоносец какой-нибудь, там, ветеран Великой Отечественной войны, сейчас у молодежи вызывает гораздо меньше трепета, чем, не знаю, звезда очередного хайпа. Поэтому я считаю, что, конечно, тут необходимо это менять. И я с радостью смотрю вот на инициативы вроде юной армии и так далее. Но тут нужен системный подход, я считаю. При этом начинать нужно, может быть, даже, не знаю, со средств массовой информации в первую очередь. Потому как сейчас наши масс-медиа декларируют совсем не то, что нужно. Афанасий, скажите, пожалуйста, вот у вас есть семья, близкие, родные. Как они относятся к вашей деятельности? Конечно, поддерживают, потому что тут без поддержки семьи очень тяжело. И дай бог здоровья женам всех спасателей, спасибо вам большое, потому что без надежного тыла работать, тем более если тебе говорят, о, это опасная профессия, уходи немедленно, каждую смену мы за тебя боимся, невозможно было бы работать. И поэтому я считаю, что работа у наших жен и близких тяжелее, чем у нас. Давайте послушаем оптимистов. А как вы считаете, трудно быть отцом или спасателем? Работа все-таки не так, может быть, ее близко воспринимает сердцу, как собственного ребенка. Как бы ты ни любил эту работу. И поэтому отцом иногда все-таки тяжелее, наверное, быть. Вы пример для каждого, вы спасатель. А кто для вас был примером? Для меня был и остается примером мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, разведчик, снайпер. И замечательный отец, замечательный дедушка до сих пор пребывает в добром здравии. Привет, дедушка, я очень тебя люблю и горжусь тобой. Примером для мальчика является его отец и дедушка. Поэтому патриотизм, я считаю, начинается вот именно с каждого из нас. Хорошо, спасибо. Давайте поблагодарим Афанасия за его ответы. И сейчас давайте просмотрим видеоопрос на тему «Чувство долга или чувство самосохранения?». Что же важнее? Внимание на экран. Где вот человека бьют или человек тонет, да? Как вы поступите? Помочь ему, хотя бы разнять, да? Но... А вы не боитесь, что когда будете разнимать, достанется и вам? Может такой случай, но я пытаюсь как-нибудь нейтрально, пытаться разнять, но не лезть в драку. А так получится разве? Не знаю. Сначала, наверное, позову полицию, так как если, например, я буду вмешиваться, то не дай бог что-то случится. Да. С тобой, да? Да. И может случиться такое, то что... всякое может случиться, и поэтому тебя потом могут посадить и так далее. Лучше полиции вызвать и самому не вмешиваться. Да. Когда полиция придет через 2 часа, лучше вызвать тех молодых людей, которые находятся рядом. Они это более сильные, чем я. Ага. Например, человек тонет. Вообще, счет идет на секунды. Что вы сделаете? Побегу спасать. Может, я утону все равно. Вы будете ему помогать? Это само собой. У меня профессия даже такая. Да? А вы кто? Я контролер. Я бы сам бы помог. Да? Подрался бы с ними, да? Да. Я как-то скептически отношусь к таким ответам, да, потому что молодые люди могут камеру сказать, правильные вещи, да, а поступать по-другому. Мне нужно пример привести или что? Да. Или как? Вы попадали в такую ситуацию? Я думаю, многие люди попадали в такую ситуацию. Ага. Конечно, разнимал. Были ситуации, да. Ага. Опыт уже есть как бы с этим. Мне как-то не страшно. Не
Не страшно? Нет. Своих детей как будете воспитывать? Чтобы чувство долго было и самосохранение, соответственно. А это возможно, да? Конечно, возможно. А наша молодежь вот правильно воспитана в данный момент? Ну, не все плохие, конечно, есть и хорошие. Ага. То есть надежда у нас да, есть. Да, да. Молодежи, да, есть такое понятие, что если у них их много, вот у них могут. Ну а если один, то я не знаю. Я в их скоро не был, но в наши годы такого не было, конечно. Ага. То есть наша молодежь неправильно воспитана? Да, да. Я думаю, нет, конечно. Да. То есть надежды на них нет. Ну почему? Есть, наверное, но не все же они такие же. Я, например, сама никогда мимо этого не пройду. Но я-то точно лезу в драку. Я разнимаю всех, всем показываю, оказываю помощь первую, если нужно, вызываю скорую, вызываю полицию. Да. Ну, да. А вот в наше время у людей вообще преобладает чувство долга или чувство самосохранения? Я про других говорить не буду, у меня все-таки, я человек еще, все-таки, да, наверное, я все-таки правильный, и поэтому я никогда не пройду мимо. То есть все-таки у человечества есть надежда, да, что мы все-таки не... Я очень хочу в это верить. Ну что ж, мы прослушали мнение прохожих. Афанасий, прокомментируйте, пожалуйста. Безусловно, людям надо помогать. Я считаю, это мое личное мнение. Но в то же время принцип даже работы всех спасателей всего мира, чтобы спасти, нужно выжить. То есть, если ты погибнешь, пытаясь спасти, ты уже больше никого не спасешь, а только увеличишь количество погибших в данном ЧС. Поэтому тут необходимо, во-первых, обладать навыками. Не надо прыгать в воду, пытаясь спасти кого-то, если ты сам не умеешь плавать. Необходимо трезво оценивать ситуацию. Не надо пытаться вытащить человека из ядерного реактора, допустим. В-третьих, необходимо понимать последствия. Сломя голову, бросаться нельзя. Даже вот вспоминая летнюю ситуацию, в которой вот показывали во время вот визитки, я могу сказать, что я там допустил несколько ошибок, которые, ну, повернись, там, будь это чуть дальше от берега, либо будь течение чуть сильнее, все бы кончилось очень плохо. Поэтому не надо бежать, сломя голову, необходимо сначала трезво оценить ситуацию и только после этого помогать. Друзья, а вы согласны с мнением Афанасия? Я, конечно, сама не находилась в данной ситуации, но в случае чего я понимала, что если я сейчас полезу двух амбалов раздирать, что мне достанется еще больше. Поэтому я, естественно, искала помощи людей, которые находились рядом. Я с вами, да, тоже согласен, несмотря ни на что, на свою позицию, то, что если ты не знаешь как, лучше не лезть. Как бы, да, но и сидеть, смотреть, то, что я не могу это сделать, иди-ка ты сделай, тоже так нельзя. Нужно все-таки как бы предпринимать все возможные способы, методы, все возможное нужно сделать. Как бы, в моем понимании, это тоже как бы вклад в спасение. Если я, например, наберу какие-то службы спасения, если я привлеку каких-то других людей, то, на мой взгляд, это тоже частично поможет человеку. Безусловно. У нас в Якутии, как я считаю, жив менталитет северного человека. То есть та ситуация, когда на самом деле вас двое, трое, четверо, десять, сто человек, но против вас несколько миллионов квадратных километров абсолютно невыносимых для человека условий, то есть минус 50, огромные расстояния, отсутствие медицинской помощи, правоохранительных органов. Ну, и поэтому вот этот северный менталитет еще не дает нам испортиться окончательно, я надеюсь. И наши люди, они все-таки спешат на помощь. Этим летом шахту «Мир» затопило. Угу. В этой шахте работал мой отчим. Угу. Ну, слава богу, что у него был в этот день выходной. И, как мне он рассказывал, еще в шахте не нашли девятерых. Двое погибли, а девять еще было не найдено. Безусловно, это была очень, ну,
Это большая трагедия, как для республики, так и страны в целом. И народ, вот, что мне, как человеку, очень, не сказать, порадовал, но я действительно вот, был горд за своих земляков. Мы показали, что в чрезвычайной ситуации Якутия может сплотиться, быть единой, сильной и принимать верные решения. А как обстоят дела в других регионах? Здесь есть ребята из других регионов. И давайте узнаем о них. Я являюсь представителем Приморского края. И я могу сказать, что у нас юнармия очень сильно развивается. В принципе, наверное, все там патриотические клубы, они ведут к тому, чтобы подготовить мужчин к, не просто к военным событиям, да, а к какой-то помощи населению в трудной ситуации. Вот, то есть, в принципе, за свой край я могу сказать, что у нас такой подъем молодежный в этом направлении, он идет. Республика Башкортостан, российские студенческие отряды. У нас тоже был печальный случай, когда произошло возгорание частного дома. Но, к великому счастью, не было пострадавших, так как маленькая девочка 6-летняя вытащила из дома своих братиков, сестренок, причем их было несколько, и свою бабушку. Это героический поступок, и хотелось бы, чтобы таких детей и взрослых было больше. И поэтому, безусловно, вот о таких вещах нужно говорить. Я считаю, что именно с воспитания таких детей и должно начинаться вот это вот, я не знаю, духовное преображение, что ли, какое-то. Вы как считаете, вот современное патриотическое воспитание, оно в достаточной мере у нас соблюдается? И если да, нет, то объясните почему. И что бы вы хотели изменить? Я вижу, что с каждым годом количество, скажем, средств, направляемых на патриотическое воспитание, растет. Но то, что количество средств растет, не значит, что растет качество, к сожалению. Патриотическое воспитание у нас почему-то сейчас зациклено на каком-то, на декларировании чего-то. Ура, долой! А при этом строят ряды, юная армия. Это все замечательно. Но надо это развивать дальше, чтобы был патриотизм, не патриотизм слов, а необходимо, чтобы это был практический патриотизм. Чтобы люди с молодых ногтей работали на благо страны. Чтобы школьники собирали металлолом. Вот когда ты действительно делаешь, действительно своими руками что-то делаешь хорошее, это, я думаю, воспитывает тебя лучше, чем миллионы брошюр. Так, по поводу такого прям хорошего примера, очень прочувствовал на себе, когда, учащийся в городе, поступаешь на так называемую военную кафедру. И это приравнивается к службе к армии, но при этом ты продолжаешь получать образование. Это, на мой взгляд, достаточно хороший пример как раз-таки патриотического воспитания и польза сразу. Почему, когда задается этот вопрос, вы сразу множество людей, в основном это парни, сразу ассоциируете это с армией? Какие, могут еще быть проявления патриотизма? Действительно, я согласен с такой формулировкой, потому что патриотизм – это в первую очередь любовь к стране. Это не только готовность ее защищать, а готовность сделать ее лучше. То есть, безусловный патриот для меня, вот гость, между прочим, тоже этой передачи, он сидел на этом месте, Антон Васильев. Человек, который вышел сам просто собирать мусор. Если я патриот, то я могу свое дитя научить, например, национальному языку или традиции. Это тоже будет, наверное, примером и патриотизмом. Не только армия, но вот это тоже. Хотела бы, наверное, обратить внимание немножечко на символы страны, да, такие как гимн. Например, сейчас очень популярно, это обязательно, что гимн играет на всех больших массовых мероприятиях, но наш народ не привык к тому, чтобы его петь. Для меня в последнее время это большой акцент, я на этом делаю. Я смотрю на представителей власти, которые тоже не поют гимн. Как вы считаете, по всему миру это очень развито в нашей стране? Действительно, я с этим соглашусь. Но очень часто наши государственные символы, используют в суе, что ли. И поэтому люди
не привыкли к ним относиться с каким-то должным трепетом, что ли, как действительно к символу государства. То есть. Почему? Это же признак патриотизма. Как-то. Да. Для примера возьмем те же Соединенные Штаты. Люди, к которым мы привыкли относиться, может быть, с каким-то пренебрежением, являются большими патриотами своей страны, чем мы фактически. Поэтому любовь к стране, отношение к гимну, к ее символам с должным уважением необходимо еще с детства это приучать. А как приучать с детства, если у нас, вот, допустим, на день флага раздают всем ленточки, а потом эти ленточки лежат на улице под ногами. Поэтому необходимо как-то от количества патриотических акций, что ли, переходить к их качеству. Отношение к символам Родины со стороны общества складывается в первую очередь, я считаю, от того, любит ли общество свою Родину. То есть, если люди не подпевают гимну, тем более чиновники, которые являются слугами этого государства, это уже говорит, это уже звоночек какой-то, я считаю. Как вы относитесь, допустим, к тому, что сейчас престижно уезжать за рубеж, жить, учиться, заводить семью? Да, какой-то минимальный патриотизм мы можем поддерживать сами, но если государство не будет помогать нам, не будет обращать внимание на патриотическое воспитание молодежи, то эта инициатива, она пойдет на спад. И поэтому сейчас считается престижным уехать за границу, потому что государство не может поддержать внутри государства престиж обучения. И, может быть, если государство предоставит должные условия для молодежи, это будет со стороны государства патриотизмом. Ну, то есть вы считаете, что инициатива должна идти сверху? И инициатива должна идти со всех сторон, и от нас, и также от государства, потому что просто молодежь сама сделать все не может. Оптимисты, как вы считаете? Считаю, что это правильно. Человек сам должен делать выбор, где ему получать образование. Если у него есть желание, есть способности, и он понимает, что он получит то, что он хочет в высшем учебном заведении за рубежом, то да, это очень хорошо. Но здесь проблема не в том, что люди выбирают образование за рубежом, а в том, что они выбирают, где его применить. Это уже проблема воспитания человека в семье, куда он будет прикладывать свои способности к развитию. Об этом очень много говорят и лишний раз мотивируют молодежь искать счастье за границей. На самом деле, ну не знаю, как будто из моих знакомых за последние 10 лет за границу уехал один человек. В последние годы модно кочевать по стране. Переезжая с Дальнего Востока на Москву, там потусил 2-3 года, вернулся обратно на Дальний Восток, да, и все нормально. Все прекрасно в стране. Я не знаю, как это. Мне кажется, что это, вот очень, это тот же самый стереотип, как мы говорим про патриотизм и армию. Чтобы наши дети любили страну, мы должны создать в стране такие условия, чтобы она вызывала любовь в наших детей. Так, ну что ж, а сейчас наступил момент истины. Ребята, поменялось ли ваше мнение о нашем герое после общения с ним? Если поменялось, можете поменять свою группу. Пессимист, который проникся доверием и симпатией к нашему герою, может перейти к оптимистам. И так, и наоборот. Переходим. Ну, давайте ребятам поаплодируем. Объясните, почему вы поменяли свое мнение? После этого разговора, я думаю, мои скептические соображения немножко в положительную сторону изменились, потому что все-таки, смотря на всех сегодняшних гостей и на вас, мне кажется, что все, на самом деле не все потеряно, что у нас сейчас есть возможность воспитать следующее поколение, дать ему больше, чем дали нам. Браво. Пессимисты. Почему вы остались? Ваше мнение разве не поменялось? Я считаю, что быть патриотом не обязательно быть спасателем, военным, да, ты сама об этом говорила. Нужно в мелочах искать что-то, и журналист, и кто угодно тоже может быть патриотом, воспитываться очень, не знаю, великим человеком. Поэтому мы решились, ну я, по крайней мере, решила остаться на этой стороне. Мне кажется, то, что это должно исходить из семьи. Потому что я люблю свою страну.
Для себя я понял то, что я ее люблю, потому что мне родители это привили. И это началось к любви к семье, к своей деревне. И вот это к своей республике, как бы, да, я из Уфы. Я видел, как моя мама, например, любит свою деревню, любит односельчан, отца. И для меня вот это вот являлось примером. И вот из этого всего выросла моя любовь к России, я так думаю. Да, здесь очень много проблем, но что делать, как бы. Государство должно их решать, но и мы, наверное, что-то должны делать. Итак, Афанасий, кто из наших участников тебе наиболее понравился своей рассудительностью, остроумием или, может, все-таки удивил необычным вопросом? Ну, для начала спасибо всей аудитории, особенно пессимистам, которые остались при своих убеждениях. Это правильно, я считаю. Презент я вот оставлю товарищу, который оказался с твердым характером и все-таки подверг сомнению. Необходимо сомневаться, дружище, необходимо сомневаться во всем, и тогда действительно в споре родится истина. Маленький сувенир. Представься, как тебя зовут и откуда ты? Меня зовут Радмир, я из города Уфы, Республика Башкортостан. Вот приехал на слет студенческих отрядов. Радмир, спасибо большое. Спасибо вам большое за ваш сувенир. За вашу позицию. Хорошо. Так. А сейчас всех зовем сфотографироваться с нашим героем. С вами была программа «Я молодой» и ее ведущие. Антон Васильев и Виктория Маркова. До скорых встреч. Пока. Принято ругать молодежь, говорить, что она плохая, что она учится не тому, что она не патриотичная. Я с этим действительно не соглашусь, и аргументом будет эта передача, эта запись, потому что ребята умные, интересные. Если у руля будут такие люди лет через 20-30, то я не могу не радоваться. Это действительно будущее страны.